Вот как бы говорят, что коррупция, да, ты имеешь в виду нашего полковника, который, да, ну, здесь, понимаете, как, вот то, что сейчас мы говорили. Начали о нем говорить, раз, все, исчезла вся информация. Ну, не доказали, что он брал взятки. Ну, это же доказательства нет. А коррупции, да любая страна коррупционная. Любая страна, только, понимаешь, да, японские последние разоблачения из премьер-министра там и с кем только, везде коррупционная составляющая часть есть. А у нас всегда говорили, якобы не подмажешь, не поедешь и прочее. Но я тебе скажу честно, вот последние, может быть, 2 года, 2014 года, когда я и помогал проводить референдум в Крыму, я знаю все руководство Крыма. Я знаю тех людей, которые рядом с Сергеем Валерьевичем. Вот это эталон тех людей, именно тех профессионалов, которых не верят в такую тему, значит, не подмажешь, не поедешь. Это те люди, которые реально приносят Крыму, крымской земле и России добро. Вот там понятия коррупции нет. Там, понимаешь, как в Китае. Коррупция, расстрел. Понимаешь, вот так. Люди не то что запуганы, а люди должны понимать, что если ты на такой руководящей должности, ты должен думать не о себе, а возьми себя и отдай народу, ты избранник. Ты должен приносить только добро. Я безумно сто раз это буду говорить, рад за Юрия Лужкова. Когда Владимир Владимирович ему вручил орден, это был намек на то, что парень, ты с нами, ты опять в строю. Если вы помните, когда формировка его увольнения была, да, недоверие там и ситуация доверия. Вы знаете, а я вам скажу, я всегда его безумно уважал. То, что он делал всегда, понимаешь, нельзя уследить за всеми, может быть, какими-то косяками. Но он в 100 раз сделал больше. У нас же как получается, что человек делал добро, накосячил немножко, да, и все. И, значит, как, знаешь, как одна ложка дегтя портит целую бочку меда. То же самое. Ну, поверь мне, я безумно его и уважал, и уважаю сейчас. Вот это человек, который на самом деле приносит людям добро. И побольше бы таких управленцев. Да, говорят, что якобы Батурина там, значит, он, да, ребят, да, вы послушайте, да, но он сделал 100 раз больше. Он сделал 100 раз больше для людей. Он подкрывал, значит, там заводы, фабрики, дороги, что только не сделал. Понимаешь, коррупция как была, к сожалению, она так и будет. Пускай самое главное, чтобы коррупционная составляющая, ну, так сказать, работала на народ, это глупо, конечно, но искоренить ее, к сожалению, в ближайшее время не удастся. Невозможно, знаете, как за 5, за 10 лет коррупционная составляющая, чтобы ее искоренить, это надо с молоком матери. Это надо работать в СМИ, это надо работать на телевидении, это надо снимать об этом фильме, что нельзя это. Но мы же знаем, предположим, что перед едой надо обязательно помыть руки, чтобы не заболеть. Понимаешь, и вот здесь такая составляющая, что если ты пришел, человек, вот и предлагаешь какие-то там схемы, да, коррупционные схемы, то ты уже как зараза, тебе надо необходимо, вот если бы об этом все бы знали, да, то, поверь мне, такого бы не было.